Союзный сад, огород, рыбный цех, птичья гостиница, пустыни с сыпучими песками. Все это здесь, в Волжской дельте. Вот этого, видимо, потомкам не достанется. Привыкли мы. Заводы строят, корабли строят, электростанции. Да что угодно строят. Города целые строят. А землю? Землю, оказывается, тоже надо строить. Землестроитель, слушайтесь, создатель инженерных систем. Около 3000 насосных станций. Две с половиной тысячи поливальных агрегатов. Управлять ими всеми с одного пульта, простым поворотом ключа, день завтрашний. Давно такого урожая не было, как в этом первом году пятилетки. Если со строительством земли и дальше так пойдет, это ж надо флот вдвое увеличивать. Иначе разве перевезешь все? Собрать самим уже не под силу. Добро студенты помогают, горожане, школьники. Лучше машины. Тут год назад пустыня была. Пески свои песни пели. Теперь это земли совхоза Владимирский. Прошлым рейсом грузились, они уже по 300 центнеров взяли с гектара. Вот она, построенная эта земля. Через 3 недели и этот арбуз. Во какой будет. Без ножа вскрывать можно. Кулаком. Thank you.
Дело это, как и всякое другое, уметь надо. Увлекательное занятие, особенно для будущих вратарей. А конвейер или комбайн лучше. Сколько бы народа освободилось для более полезного труда? Придумали же для камыша комбайн. А чем арбуз хуже? Говорят, из всех злаков рис самый благородный. Конечно, русскому человеку судить трудно. Хлеб у него на первом месте. Но уж раз Волга приняла на свои берега этот рис, значит, действительно, благородный злак. Сейчас идет борьба за 114 тысяч тонн астраханского риса. Землестроители сделали свое дело. Очередь за рисоводами. Сколько щедрости у природы обольется зарей восток и зажжется на волжских водах диво дивное жар цветок. И зайдется сердце от света, от великой красы земной. Это лотос, улыбка лета распускается над волной. Волга. Работаешь на ней, живешь, смотришь и неожиданно обнаруживаешь, что есть в тебе какие-то неведомые ранее чувства. И если это не любовь, то что же? Чем на свете?